долларов, нахуй. Ебал я в рот такие болезни, нахуй. Ебал я в рот эти цены, нахуй, в аптеках, блядь. Полностью солидарен. Понял. Блядь, заебись, вы пыляете, нахуй, пацаны. Мне вообще кажется, просто... это петушок, наверное, все это боевое, блядь. А, понял. Ну, боевой петушок. Хуйный укус. Кого укусило? Вот вам место укуса в печеньке. Вакуум. Ваку укусишь, холишито. Холишито укусишь без креста, потом... Ваку, а ты после холишито укусишь... Кринжкингер. Ваку, не первый раз такая хуйня. В смысле, парень, ну, дам, парень дамажит, блядь? Ну, побежит, это кто, вот, мне интересно? Эрзо, нахуй. На первую взлетку. Я бы сейчас остановился, честно. Кто сейвы даст на первую взлетку? Адель. Не, мана тьму плюс летишь. Когда она начнет кастить, понимаешь? Напоминаю, Ваку, сейчас кусаешь кринж кинга, холишит, кусаешь без приста. Вместо укуса печенька. Это будет прямо на взлет. Кто такой Винч Кинг по классу? Я чуть не охуел. Кринж Кинг, Мак. В твоем же патио, если что. Сейчас лужу эту диспел, наверное, будет обязательно. Она вместе с лёгкой. Это спилов, я рад. Батя диспел в первую очередь сразу. Очень жесткий диспел. Ой, хороший у нас диспел, кстати. Да? Раньше набрали. Это не ты, жми, да? Жми с баунты, ман, на тьму. Прохил. Прохил, бланш прохил. Рэндж держите, блядь. Андер, на второй взлетке твой гимн будет. Ваку кусаешь Бентли. Полишит кусаешь Чуаву. Швепсик кусаешь. Может, Джидотку кусить? Окей. И Беба укусишь, батю. Жду тебя ровного печеньки, блядь. Жду. Серег, приду в миле. А через сколько? Через 20 секунд. Хорошо. Серег, слышал? Да, да. Да вон остановись на середине пути с печенькой просто и все. Проще бы выбрать вот там. Уже подходи. Я отстаю тут уже. Печеньку подошли, тех, кого назначал кусать, раздайте укус. Подпьем там, да? Ты, блядь, встал не туда. Печеньку. Ты что, Геру над ним не зальем? Не, нет, он 15, ну не надо, 15 секунд зальет. Мало ДПС, не тот рейд, что был. Укушу в Андертача. Там уже похуй, кого кусать будет. Главное укус раздать. Раньше набрали быстрее. Раньше 8 метров. Быстро разошлись. Жми сокру, эма на тьму. Укус ты сейчас не пробейте, 10 секунд. Бланк. Бланк. Бланк, через 10 секунд жду тебя в печеньке. Подожди к печеньке. Я вот стою за каким-то шипом. Геру, давайте добивать вас.
Что нужно сделать, Андрей? Забрать его себе. Расплить. Все правильно? Расплить, да? Да. Да, да, да. Да, с первого босса сейчас разорвали. Я как раз посетил. Пора бы. А то я хочу уже расстроиться, когда не заберу ботинка. Такой или что там, поезд. Ничего не заберу сейчас. Дашь не обмен. Поснимай, пожалуйста, с ним эти ИП. Ага. Серый, пожалуйста. Давай ты. Поезд. Четыре человека на ФК, кто хочет. Плюс поставьте еще. Хисяк и Глюс, Спейси. Эрза, все. Я один раз поставил. Это на что плюсы? На ФК. Чё, бля? Новая акция. Вот это приколы, да. Кто будет ставить больше меня? Больше поставил. Я поставил 1К. У меня 1К уже стоит, я поставил 1К. Я думал, Кирилл рофлит, и такой, типа, кто поставил плюсы, те ловят. Пусть берет, да, пусть забирает. Беба, обмен дашь? Ну, звезде. Надеюсь, найдешь меня. Нет, Беба. Андрей. Чё? Ну, это да, но... Это хуйня надо кому-нибудь? Это я буду считать. Фу. Ты их поснимаешь, да? Я бы вот ботинки забрал. А, ну окей, пускай снимает. Это он не слышит просто тебя, он же, блядь, ЧСВшный нахуй. Я слышу, я снимаю, ты мне сказал, я снимаю. Все. Тебя просто Серега спросил. Извини, я не услышал. Ну давай обмен. Хотя так, когда мы тут не... ЧСВ дотку, нам. Вы охуели. Заберите мопа. И птицу тоже. Швепс тут? Да. Мне кажется, он собирает сообщество, чтобы душить всю дотку. Он совсем охуел. Кого душить? Дотку. А, бля. Да он охуел. Ну, если вкратце. Игнорится гильдейцев, пиздец. Только по этой? Заигнорится гильдейцев. Подожди, я не понимаю, а скорее всего он в рейде? Ну да, он на ДК. На танке. Ааа, думаю, он мисклик. Говорят, чё, на ДЦ, а, ну пусть будет. Да ебать, он скучный. Да я отдам дрейду, но я понял, пускай, блядь, потом с ним удался. Обмен дальше. Шея. Скидывай. На уф возьму уже 10. Сова? Да, да, у меня почти готово. Да я даже уже печеньки сролил. Ты что это? Дайте порезать, а то долго потом бой будет. Шлем бисовый на дотку интересует? Я почти такой же. Нихуя ткань. Даже выглядит так, он посмотри. В принципе, ну. Не, Эндертач, я друг еще лодом. 500? Потом заберешь, все равно говно. Не надо нахуй. Ну, можете агрить. Сука, мне надо. Ручки у себя, да. Дотка, давай. Какой один и один, ребята? Немного не так. Да. Что-то у Холи чита какая-то читерская запястье. Нормально. Это с тюрьмы падает. Я ему понял. В прошлый раз, когда мы в 25-м чудике выпали эти наручи. Это бис, пиздец. Холич, а священный огонь, естественно, не выводит, да, из шедоформы? Нет, нет, все, заебись. А где ты, баба-мам? Ты посмотри, дамаг на сурке. Так надо скинуть этому, их темпу. Погоди, а у тебя одна шмотка всего, да? Всего одна. Прикинь, что будет с двумя. Ой, смотрю, Эндертач наконец-то ПВП шмотки поменял, блин. Да, это, кстати, да, я вот это моя последняя ПВП шмотка поменялась. Только ботинки у меня были духовые, я не протираю.
Ну, у меня тоже писали. Такая же проблема была просто. Админы писали, если класс вот в теме, которую создал Ванищев, БДК. Админы написали, типа, скидывайте развертку на почту. 2К поставил бы. Что? Дотку хотел задушить. Не, ну мы можем паролить с собой дальше, но я все равно дам больше, чем ты. Too good to be. Хоть у тебя 2200, хоть 2300 дам. Если ты готов, давай, типа, ну, без проблем. Ничего, я еще прям передать могу. Я давай паролю. Рок 21200, нихуя. У тебя же такие же 64-е, нет разве, Валера? Что у тебя там? А, ну ты не, а ты не забрал туда скары или это поезд был? Поезд был. А, понял, пожалуйста. Просто... Я у этого мага просто отжал и Валерий отдал. Там хуевший тип какой-то был. Валерчик, ну у меня больше, у меня духовые вообще. Меня слышно, нет? Да. Там бот разрыл. Ну, бот разрыл, и что? Просто. А кто там? Да стойте, алё. Батя вроде. А что у тебя, батя? А, ты АФК был. Ну, подерись тогда с ними, если ты с ними зашел. Ну, давай там, 1.2, 1.4 у меня был. Я забыл, что он АФК просто писал. Ну, 2К. 2К, да? Сейчас вот тогда я сделаю так, сейчас. Ну, вы лучше в речат, ну, ставь батя, чтобы типа видно было. 2К поставил, да, 20. Слава. Я его плохо слышу. Ну, пиши батя в чат, да. Ну, ставь. Пиши в чат. Сколько у меня всего вообще? Давай, 2800. Ля, я все забыл, у нас же теперь ЕП разные с твинами. Давай обмен кинешь, мне тебя дам. Да, с твинами ЕП разные, поэтому они теперь наравне приравниваются. Если в речь. Да. И ставки маленькие, бля. Блять, я только их в руках подержал, сука. Только загеймил. Не заберешь. СТТГ с чаркой будут где-то. Так, вон крабик трусы поставил на него, глю эликсор хилить. Не забывайте частицу обновлять на босса и хили через краб. Адель, ты справа, Войт слева. Все, арчи на пул и поехали. 3 плюса, кроме танка и хила, кто хочет отойти. Чат быстро. Никто не хочет. Мирай, походу, уже отошел. Все, Мирай треть. Поехали. Так это типа сейчас можно отойти? Да, сейчас можно отойти. А, напомните на Синдре присану. Сейчас после Вальки еще 4 человека можно будет. Ну да, я уже пойду, я заранее сразу. А БЕшки кто будет ездить? Ну, Андрей. После же... Трэш. Трэш? Ну это, ну так я не знаю. Я тоже пойти хочу. За 2 часа-то хочется как бы, ну... Там что-то... Все, не надо. Не надо? Не хотим, нет. Ладно. Я могу тебе ФМ написать, не? Нет. Ладно. Сегодня какой-то насыщенный день будет. Так мы во сколько? В три пошли мы рейдить, да, начали? У нас сегодня такой день этот, боевой такой, заход. Мы еще на одно больше сходили. Мы уже успели потерпеть поражение. Угу. Да? Угу.
Да пронос будет, Зуламана, пока сегодня, не знаю, когда. Сегодня пойдем к ТТБ 25. А успеем? Что это говно сегодня, ёп? По сути, сегодня что? Дотку, по сути, два раза на ботинки кинули. Да, резку, резку, резку. Ладно, я потом скажу, когда наговорят. Да все, мы заткнулись, говорим. Резку перенесем. Пошли с алкап пойдем тут. То есть сегодня не будет? Не, резки сегодня не будет. Да резку потом закроем. Типа там рейд похуй на полчаса. Это у корона. После целка на ТГ пойдем. Ну, по тюрьму, 25. Ну, 25-очку. А может и десяточку не хочешь потом? Можно, и десяточку. Стой, меня на приставке нету когда. Мне сегодня чарка упала, кстати, Кирилл. На ДК. Да это на ШДшника чарка. Не, на анхолика мне упала чарка. А, это я видел. Я думал, ты серый просто шлинковал там. Че, может, Геру зафилят уже, не? Ну это сильная, кстати, чарка на ШД. Гера, где? Прям очень сильная. Гимн на ХП дайте по Вальке. Под давление бейте, кого вы там бьете, блядь? Торгающих. Походу не успевают они захилить. Не успевают. Одна частица почему-то я вижу на Вальке. Что второй холипал делает, хуй его знает. А он походу сферы собирает, не? Он здесь вообще? Ну может быть. Хотя да, блядь, почему? Но полетел я второй. Почему ты в обратную сторону полетел, блю? Ну потому что у меня портал просто под нос распиздили. Обновите главные стаки и дохиливайте. Там уже у одного 0, у одного 11 стак. Люксор, а кого ты хилишь? Ты вот ты краба хилишь или Вальку, я чуть не могу понять? Бля, краба себя хилю. Ну краба в основном хилю, конечно. Понял. Тут ты думаешь, я не знаю, как хилить, что ли? Не, у тебя просто в таргете Вальки. Я понял, что ты с бинтами играешь. Чей, закинь мне инер, пожалуйста. Это хорошо, что ты умеешь таргет фокусами. Инер пользоваться. Нет. Так не работает. Ну что вы там захилите или вы стаки проебали, не могу понять. Правда, да что проебали они, конечно. Таргет фокусами. Заберите с люксором, обачь с люксором. Обновляйте. Он дохилит, я надеюсь. Фьюлы, всратые аддоны лишние поставил ЛВИ плюс 10 FPS целка, наверное, минимум. Ощущение. В смысле, ну еще раз. Надо мне пересмотреть тоже аддоны, блять, чтобы FPS нахуй вернуть как-то более-менее. Рекаунт этот ебаный снести тоже. Нахуй. Ну не знаю, здесь у меня играбельный FPS 30-40 сейчас. Ну... Тейлс много жрет, но с ним FPS выше, чем с рекаунтом и с кадой его ночи. Дайте еще кто-то гимн на ХП. Да у меня наоборот, кстати, было, что с ДТЛсом. Ну, настройка, там FPS был меньше. Дохиливайте, не заходите в портал. Ну, пассивно, правда, накапливает память, забивает. Вот стоять аж пока целый день в Долоране, если там пипец памяти будет 100 плюс, наверное. Нет. Типа реген расы. Хороший лут, кстати. Элислин, это какой? Это как. Сколько у тебя там осколков? Я отойду, можно. Можно. Да, и я там один плюсик. Я хочу спуститься слив. Понял. Нормально. Потихоньку соберешь. А сколько у него всего? Ну просто. 19. 19, нормально. Танкист. Пиздец, блин.
Давайте быстрее спускайтесь, поехали. Канавка. Ну, не списал, тут идет. Это было. Серый, хочешь эти фералы этого дам? Он заебал мелкать. Может, его воспитаешь? Нахуй нужен. Кстати, там чел, мы ходили в ВК. Блять, моего кота починили, нахуй. У меня теперь спина не ломается, я рыбу жру, когда. И бегаю вроде по-другому, блядь. Ну, там что-то, кстати, писали, ныли на форуме про ШДшников, ну, вот про тех людей, которые бьют в спину, чтобы с ними что-то сделали. Типа, привязали отдельно в ПВЕ ротацию, ну, что вот твой, допустим, полоснуть, который только спину бьет, да? Чтобы, типа, в ПВЕ сделали, чтобы оно могло бить и въебало. Они от этого отказались и сказали, и там что-то дали комментарий, что получается... Что-то придумают в плане вообще, ну, типа, удобства. В Т5 же сделали, типа, не с редмейном, а типа, царапнуть, блядь, как там такое называется. Короче, вообще, как здесь работает? Здесь немного сломано. Вот смотри, я подхожу к боссу, к мобу. Вот я с ним дерусь один на один, агро на мне. Я могу его бить, полоснуть в рожу. Нужно просто в его фрейм зайти и все. Ну там пиксель поймать. Ну это здесь просто фрейм. Ну да. Как да, ну должен... пиксель ловишь и могу его полоснуть бить, тупо. Прикольно. И в PvP работает. Ну, нормально. А, еще и в PvP работает. И в PvP охуенно. Работает. Охуенно. Ну, в PvP сложно, там пиксель ты этот хер словишь. Ну, можно попробовать. То он холиш стоит, вот я вот так с ним дерусь, да? Я вот так примерно зайду в него, смогу в спину ему бить. А, ты про то, что если во фрейм заходишь, типа можно спину найти? Да. А, ну это да, это на серьезно давно. Это вот когда... Кирилл, ты знаешь, когда типа фиксили, когда типа типы все против Рокс становились в угол, и ты не мог типа бить. Потом сделали просто, что ты в типа заходишь, и все. Так это бред, это близлайк, нахуй. Ой, блядь, Адель. Короче, на дракончиках вот этих всегда надо нажимать избаунд и все свои дефабилки, блядь. Я забыл тебе сказать, ты же начинающий танк. Да что толк, что ты напулил? Примораживайте нахуй. Адель, на будущее запомнить. Когда дракончиков этих бьют, ну, танчишь все время, все свои дефабилки, а избаунд в первую очередь отдаешь. Ключ можешь нажать там и так далее. Там ты умираешь в любом случае, если тебе только зубы не ныют. Ну, Юля, да, Юля виновата, согласен. А че у них так хп много, блядь, 5.6, ебанусь. Так, а в ПВЕ, что ли, была когда-то проблема бить спину? Вообще, да. Ну, зависит много от танка, на самом деле. Знаешь, тут есть 3, наверное, или 4 босса конченых. Это Аран. В каре обычки, в каре ХМ постоянно крутится. Раньше был сломан зверинец в этом выке. Там тоже ломался постоянно. Отчет на бомбу. Вот эти первые боссы. Может, еще пару боссов противных тоже. Все, так никогда не было проблем со спиной. Рыбу ставлю, фулбам, давайте поехали. Тут тоже вроде крутится. Кто? Кто может там ДД спекать? А, Чараксус, не, он повернулся, отвернул, это херня. Ой, это мог бы тоже в ДД спекать. Сейчас. Уже поздно. Да давай спекнешь. Не пуляй. Сейчас.
10 секунд. Что-то, наверное, надо раз больше опыта не было. Ребята, ну, там плашечки 2 минуты остались. Подождите, я перед синдрой выдам. Пожалуйста, тихо. Интертайч, если у тебя просто залагает, уйди куда-нибудь подальше от Риды и все, чтобы не заморозило или еще что-то. А, вот, кстати, все, синдра. Ты... На синдре, блядь. Именно на X4 помойка. Законченный босс. Приходится хвост бежать, чтобы спину сбить, мог полоснуть. На X3 такого не было, на X2. Тут прям надо жестко, ну я вообще подбегаю под пол, чтобы там было. Раз не будем на нем давать? Я не знаю, что Геру, кстати, не налили. Ну похуй, уже не надо. Не убьем, кстати. А корни что, на нем перестали пахать? Они в 25-ке не работают. Тор, ты кажется, у тебя ошибка, как в прошлое, когда просто Геру не дали. Вы кринжмены, а где Гера-то, ёпта, мы убили бы. Каждый раз одно и то же. Пиздец. Ну тут, мне кажется, ассиста просто от Юли не хватило, из нее не убить. Пиздец, кринжмец. Что, не получим уже? Не, а чё Геру-то никто не тыкнул? Там, если бы священный огонь Кара там пошла бы, то убили бы. Бентли, ты чё, бля? Ну типа я хотел, но потом подумал, типа, думал без Геры убьём. Ну, как бы есть скилл, который должен первоочередно это делать. Ну, а постоянно я ее кликаю, так что вопрос не ко мне. Кто это скилл, я вообще не видел. Ну, недавно, я так понял. Я давно, кстати, аритровым по сухарам пойду раньше. Блядь, как же башка болит, нахуй. Надо по сисе, блядь, растворчика ебануть нахуй. Да иди внутри, там от башки что-то выпьет. Ты сейчас сожжешь нас нахуй, тут заживо, блядь. 100 грамм лучше всего. Да какой, блядь, ну, я на антибиотиках, блядь, 100 грамм нахуй, заебись, блядь. Я б уже выпил давно. Хоть и не пьющий, нахуй, особо. У нас был друг Гурыч. Ну как, он есть, жив, слава богу, но уже не играет. И он все болезни лечил самогонкой, ну своей. Он как только заболеет, он сразу самогоночка лечится, на следующий день как огурец. Маринованный? Да откуда я знаю какой? Или корнишон? Ты чё, сисок ёбнул? Самогон с корнишоном, блядь? Маринованный, блядь. Огурец. Сука. Я, кстати, варенье из шишек ел, прикинь. Я думаю, с корнишонов. Давайте быстрее трейд на СПД. Точно, СПД. Сейчас поставьте банку. Блядь, надо на 4 фласки сделать будет. Надо, чтоб напомнил что-нибудь. Каждый раз напоминаю. Сейчас Адель должен две СПД фласки в ГБ. Мисс Клик. Как можно быть вообще что-то должен в ГБ? Блядь, не прочитал нихуя, что там было? Линкани. Мисс Клик. Блядь, ты бы так кому-нибудь обмен дал, ладно, одна есть. Это так. Кто там прорывается так? Министого нахуй. Ну ты шо вообще, блядь? Эд, я придумал этот бизнес-план. Давай. Смотри, я прихожу позже на час, беру две фласки из ГБ, одну королеву в трейде, продаю на ауке и таким образом возвращаю бабки за ДС. Грамотно? Нет. А что жизнь давать будет? Да, подумаешь, что так надо будет сделать, ну, 1000 раз, блядь. Ну давай, успехов тебе, блядь. Мы будем делать как бит. Как раз встретимся через 4 недели примерно. Мы будем делать бабки. Все, все на исходную стали. Иди запускаем. Ловишь его? Ну да, вот тут вот. Тут. Вот тут вот. Звездочки прямо ловишь его, да? Не, дальше, вот сюда, звезду.
Заебало она уже мяукать нахуй за сегодня, блядь. Приготовились убежать с притяжками. Притяжки. Убежали быстрее. Метки сейчас выносим. Бентли без приста, но он лукс хуже шут. Эй, дроид, ты ники сделал? Пиздец, нахуй. У тебя раньше нормальный ник, блядь. Хуй повыговоришь, блядь. Нонликс. Нонлух. Нонлух. Будет ноном, блядь, этим куратором, блядь, циркля, блядь. А как у него раньше был ник? Чувала? Же нон вроде был на циркуле, нет? Ну, просто нон. Его все звали нон всегда. Да. А может быть Дон? Все, тихо, соберитесь, блядь. Чтоб не обосрались. Сейчас притяжка будет, приготовились. Лужи наперед кинем сразу. Бежим. До печеньки добегайте, уже нормально. Печенька — это сейф-зон, если что. Но после обжигающего холода. Не надо убегать в Долора. Это еще тоже в зависимости от того, как босс стоит. Да, босс... Что, сейчас нет, нет, конечно. Ловишь, там... Ну, в следующий раз переведем. Реслин, Вак, умирает, Дартач, Сиак, вынесли метки. Дартач, двинься. Ну, ладно, пойдет. Пойдет. Слева падает аккурат. РДД по крайним играйте. Слева опять. Справа близко перешли. Последняя. Там же. Склепы все разбили быстрее. Накрашено, если что. Танк. Пизда. Да ну нахуй. У кого? Танк. У Адели? Блять. Я выпал. Пускай по... Падать. Что быстрее? Ёбаный урод. Падайте. Еще раз говорю, ребят, не уходите. Это мог быть твой триумф. Не вставайте, я на средстве. Никто не встает. Умирайте быстрее. Ну, давай мы. Лох. Прямо там, где стоишь, оттуда и давай. Чтобы до всех достал. Блять, покинул чела. Как бывает, нахуй. Озвучишь, повторишь, все равно не доходит. Рыбу ставлю хавать. Лексор. Где ты там? Как у совы был до этого ник? Блять. А, это Ардрус? Сейчас я зайду, у меня... Стерва, что-то там... Куикс или что-то такое. Ну, стерва, короче. Что-то знакомое. Не видел.
Да, да, что-то такое. На X3 не играл? Слушай. Поменяешь метку? Какую метку поменять? Мы не в метки выносим, братач, привет. Да, мы не в метку выносим. Это не в тот рейд попали. Я против этой хуйни. Я за то, чтобы вы думали головой, нахуй, Кирилл, смотрели куда. Так ты так же перерыв даешь, он и подумал, блядь, что тот же рейд. Я сегодня дал только сейчас из-за этого, потому что, блядь, ну, вайпы были. Я бы дал адекватный перерыв всем. А так, ну из-за того, что мы вайпались, соответственно, перерыв такой. Блять, соберитесь, у нас время, блядь. Нам еще кто-то гейт, ебать. Сегодня? Да, сейчас пойдем сразу же после целка. Так что давайте речь. Еще иди запускай. Не, нет. У меня я сам не юзаю хаспоты, блядь. Хаспоты ему в рот, нахуй. Перерыв тебе на ДК сделал. Помните, раньше меток не было, кинул туда дымок, все запомнили. Типа, брат. Плюс-минус. Не, ну я все так-то делал. Неандерталец на Уджидут. Что? Да у меня реально потов нету. Вот я на прошлом поле последний не крит-пот. Я и говорю, что ты неандерталец. В рейд без потов зашел. Закончим. В актуальный контент. Да это вообще хуйня, ребята, вы чего? Блять. Вов это жизнь. Это контент. Причашка отбежали. Мирай, ты что-то хотел сказать? Тихо, Люксор глюбас присвак, он же дотка вынесли. Люксор, сдвинься влево, блять. Мне похуй. Вот поэтому я не хочу, чтобы в метку выносили, чтобы вы думали нахуй. Головой своей, блять. Если видите, что такая ситуация, сдвигайтесь нахуй. Ну, перебежали, я первый подошел. Тихо, все, тихо, блядь. А ты, Андрей, вместо того, чтобы пиздеть, нахуй, мог сам отойти, блядь. Ладно, слева. Ладно, я принципиально что поставил. Если... Такой он принципиально, он первый дошел. Да? Сер за вагон. Все, тихо, да? Блядь, в центре падает. Тихо, сейчас, блядь, последнюю разобьете, нахуй. Ебало закройте, лен, нахуй. Склеп разбили. Собака. Приготовились, перетяжка скоро будет. Ближе к боссу. Тут бежали. Кстати, заметили, что притяжку больше не подкидывает? Может, что-то пофиксим. Просто Адель качественно держит. Четыре. Две секунды. Королева Бентли Глюгриш Кинг Нартович. Ну вот, молодцы. Спрятались. Справа падает. По центру. Блять, голова грудит нахуй. Справа. Глю, уйди сразу оттуда. Справа там же падает близко. Делай босс уже. Разбили склеп. Слева дальний самый больше, как вы дадите. Первая метка будет в печеньку. То бишь по центру. Сейчас скоро будет фаза. Скидывать все стаки будем. И вторую тоже будет в печеньку.
Фаза будет. Фаза. Первую метку в печеньку. Я бы в печеньку. Отошли от печеньки все быстрее. Отошли, отошли. Великий стулеп разбили. Ретром в печеньку. Спрятали за склеп, не разбиваем. Левый склеп разбейте, РДД. Левый склеп. Центральный не бейте, левый разбейте. Угу, нормально, ваку в крест, ваку в крест. Отошли от креста. Отошли дальше. Ясно. Ритрум сам стань, ритрум сам стань, дай БР по Лексору. Глю, дай бабу массакра. Хиксяка в центр, зубы дай по хиксяке. Я себе отдавала, стаков много было. Шилдик что-нибудь капку дал. Дайте. Давал сакру. Все нормально, спрятали, скинули все стаки. Быстрее. Разбили склеп. Следующий в крест. Жопка в крест. Что, нахуй? Разглянуло. Ледяной дышание, тот сорвал. Вы, походу, таунт нажали, блять, во время дыхания и, блять, не добежали во фрейм, нахуй. Танки, блять. Да нет, вроде не дергался. Ну, да, он прям четко вырвался прям под дыхание. Это походу вы из-за тебя, нахуй, сейчас стоит. Ты стантил, блядь, и ну ебало вред. Ну, ребят, вас, блядь, я вот не понимаю, вот это вот пиздец. То вылет, то еще что-то. Ну что за хуйня, нахуй? Мы сидим в ебаном целка, нахуй. Хуй знает, сколько времени. Ну что за цирк, нахуй? Валера, ты дефлитом ебанул? Ну, типа, блядь, подойди нормально, стань во фрейм, забери ты этого ебаного босса. Да, я встал, он не двигался даже. Ну, видишь, значит, двинулся, блядь. Я нормально забрал, как обычно. Ну я давно такой хуйни не видел, чтобы дыхание боком убивал, блядь. Привет тебе. Ну, по-моему, блядь, на X4 вот эта хуйня, блядь, задевает частенько нахуй дыхание. На X2 последний раз видел. Не было на X2 такого. Вставайте быстрее, резать, блядь. Ёбаный трэш, нахуй. Человек стоит, что никто не может каст нажать, типа один. Типа чувак, блядь, только на тебя надежда. Бля, крайние две синдры лутал ЕП, минус ЕП просто, сука. Просто Кирилл, блядь, говорит. Все четко. Кирилл, я тебя люблю. Баф, давайте быстрее. Я себе ненавижу, нахуй, что я болею. Я, блядь, в субботу собирался сходить в какой-нибудь в бар посидеть, нахуй. Вместо этого сижу на антибиотиках. Ну, я думаю, я хуй забью на субботу и пойду, нахуй, сплю. Владыка ужаса, прием. Он же нихуя не писал. А тут пишет. Писал. Все, иди и запускай. Так что, Юля, да, нас положила, получилось? Ну конечно, да? Кто еще? Зубы на всех не пьяна, а вот и сели где. И купол не поставила. Ну да. Притяжка.
Бежали. Андертач, Реслин, Бенк и Бланш, чего? Бланш, сдвигайся. Бланш. Красава. Слева. Бланш, след, ну вот не только тебе говорю, а вообще. Ну, если вы видите, что справа вдалеке свободна метка, занимай ее сразу. Потому что слева будет сдвигаться. Слева. И отворачивайте камеру, смотрите, если, допустим, там или слева, или справа бежит человек. Сдвигайте ту метку, где ну, справа, допустим, там Бланш сейчас стоял. Чтоб в центр оставили тому человеку, который бежит. Разбили склеп. Включайте монстров наш. Если честно, ты сейчас говорил, потому что у меня мозг отключился от бомбы. Пусть и дочь много оперативки занимает, да? Получается, получается, ты нихуя не вот ждотка, на. Да ну нахуй, это как это? Ну так вот. Блять, три подряд пари нахуй на отравление, охуенно, блять. Сука. Сейчас лужа будет. Ой, это притяжка еще. Извиняюсь, кринжкин, сензор, без приз, чувак, бля. Блядь, ну... Ладно, пойдет. Пойдет, нормально. Справа близко падает, по центру почти. Разбили склеп. Ой, тьфу ты, блядь, с домашним склеп. Я заговариваться начал. Предлагаю разбить склеп чи. По центру падает, аккуратно. Разбить справа мне. Дальний самый подбейте. И по левому дальнему стопните, справа падает. И по центральной, которая впереди сиська. Разбили склеп. Правый дальний быстрее разбили. Левый добейте. Угу. Блять, как-то ты... Ладно, пойдёт. Собака, блять. Так её ж не убьёт. Да нихуя, её там спреет сразу просто. Фаза. Первую в печеньку метку. Батя в печеньку. Разбились как-то. Опять в печеньку. Ретро в печеньку. Спрячемся, притяжка должна быть. Блять, разбейте. Ну, дай БР по блю. Не разбивайте склеп, стопните. Флексор в крест. Флексор в центр, в печеньку, отошли от печеньки. Отошли, отошли. Разбиваем один. Отбежали, кто-то там полетел. Разбиваем эти два склепа сейчас. Все, разбили два склепа. Следующий в крест выносит. Флексор в крест. Дайте, дай иннер серый по глю. Геру давать не надо, на лича оставим. Юля в печеньку. Лексор, чё ты там стоишь? Ну, чё ты я только... Тихо. Только ты вышел стоял, там мог отойти.
Убирай ну, крест. Я не успел. Отошли от креста быстрее. Разбили склеп, следующую печеньку. Притяжка будет. Печеньку следующую уносим. Бланш печеньку. Глю, дай я сокру. Глю, блядь. К боссу подошли быстрее. Сука, попросил же сокру. Ёбаный ты в рот, нахуй. Отбежали быстрее. Войд сокру дай. Вагон, блядь. Реслин в центр. Нажми на себя 50% там или что-нибудь. Надо скинуть стаки срочно. Ну, блядь, ну... Босса, бейте все. Я хуею, куда вы свои кулдауны отдаете, нахуй? Это пиздец просто, блядь. Без команды, блядь, сколько раз просил, ничего не давайте. Один спасите! Сука, вы, я не знаю, вы какие-то, блядь, ну, это просто пиздец, нахуй. Ебашь, брат, ебашь. Соло, соло, соло. Пинал этих твинков и всю эту хуйню твинкового сумму, блядь, ебаного. Так, эта хуйня надо кому-то? Я тут на третьем месте подошел. Сейчас она обратно полетит, стойте, да. Блядь. Алло, блядь. Дашь обменный пояс. Наебал, не полетишь. Шип. Он уже полетел. Да, стой, стою, бегите быстрее. 60-600 такие. Секунда, кашну быстро. Плеча сейчас убиваем. Лут пока там трэш ТТГ будем бить, я этот разролю. Нет, не можно. Ну, если прям минуту, то можно. А у нас что, для ИРС и ТТГ? Нет, ИРС не идем. Кто-то тут. Если не больше прям минуты, можешь отойти пока там. Так, пойдем два танка в пизду. В этом. Забираешь шеркарей в печеньку. Вообще босс тут можно. В приоритете надо было бы ставить. Шкаф поставьте. Шерки просто. Для ЦУКа ХМа. Нет, не проспал. Дальше обменный. Наручи эти. Ретрум 10. Ретрум обмен. Все остальное потом доролю. Дайте лап. Вторую Шрай бутылочку танк. На ШП. Забудь. Вторую, в смысле, у тебя есть что-то, что ли? Да. Ты охуел? На наруч. Че, давно? Наруч. Ты ж линковал сегодня, удивился. А, я думал, это уже дотка говорит, блин. Го, что ли, похоже? Не бойся. Скоро сдвинется. Как будто если он тихо говорит у вас, похоже. Ребаф не СДК, отдали обмен, я дай, я тебе шею дам. Я запустил, если что. Так, пока ивент идет, еще по-бурому пройдемся по этой хуйне. Это никому не надо, я так понимаю. Если кому-то надо что-то будет, становитесь и линкнете шмотку. На твою милость, Фордрин, мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более... Это на что, Глю? На боты? Давай обмен. И кольцо. Вот это вот. А еще свальки вот есть. Давай обмен. Боты танк скидь надо, да? Давай обмен. Сколько там? Блять, уже лич уходит. Давай быстрее обмен, да. И лича лови сразу. Ты
Причем его носит? Угу. Да, печеньку. Нахуй ты лича забрал? Юля. Сама подиспелил. Ты будешь его диспелить, Войт? Я не диспелил. Я сдиспелил с тебя. Ну тогда ты диспель. Хорошо. Матч с собой. Эритром. Подъебало Шеркюри, не подходи, Эритром. Сейчас опасно было, если бы кливнул нахуй. Ну этот, волну ебанул бы, сдох в это время. Забери Шеркюри. Чума еще одна будет. Люксор. Ушли на платформу. Духа забери. Че, блять, у меня миссанул нахуй кик, блять, охуеть нахуй, или это парирование, или что это было? Пожалуйста. Ханты, бейте, пожалуйста. Я босс убью, или все случится. Урона много, охуенно, блять. Выбежали быстрее, сферу добить. От гневного подъебала уйдите. Дай БР по мне, я в воздухе лежу, нон. А, у тебя КД серый, дай, пожалуйста, БР. Заражение прохилить. Я там на краю лежу. Реслин, гнев небес, дай. Геру? А кого земли тотем, да? Геру дайте. Осквернения разбежались. От Нона отошли. Валик добили быстрее. Ну тотем ставьте, блять, оков земли, блядь. Сука, чуть беба не улетел. По малому кругу сейчас расходимся, ребята, заранее. Станы сразу замедление. Разошлись по малому кругу, сквернили. Санжуры отошли, по валькам сыграли. Печеньку замедлите? Ладно, на печеньку похуй хороним. Играйте по трусам и ромбу. Два хила, трусы, ромб. Дай сокрувой. Прохил, блядь, прохил заражение, блядь, сейчас рит умрет. Херни, не разбежались. Возражение прохило, две отошли. Развернились. Ну ладно, похуй, за спину ключу все стали. Воу. Забери босса, блядь. Ой, пиздец. Сейчас Валик еще коряво полетел. Все сквернение пропало. Валик убиваю, замедление. Быстрее, Валик, добиваю. Осквернения разбежались. Валик добили. Лича на край. За малым.
Сокруг дай, Глю, и мана лед. Люкс 40. Нормально. Я на ману дал. Поставь ТТ Мэритон. Что, блядь, сферы дохуя ебашить начали? Они что-то сферами сделали, блядь. В хэме будет весело. Или это хилы спят, хуй его знает. Следующего целого духа бить. Переходим. Забери. По духу все играем. Жатву главное сейчас прохилить. Духа добить. Люксора прохил. Могу словить? Да, словишь. Я словлю, сейчас у меня мана как-то... Осквернение. Хорошо. Все, за спину ключу все ставим. Херни не демось по краям. Бланш отошли. Люлька, дай зубы. Войда прохил? Ловлю. Хуёво. Не доловишь ты, уходи. Ну. Войда прохил. Еще ловить? Ладно. Осквернение, разбегаемся. Осквернение разошлись после костра своих. Бланш отошли. Ты словишь сейчас, Андрей? Я сейчас, если успею выйти из комнаты, да? А, ты в комнате, все понял. Выйду, Люксор, если... Люксор, нажми бабл и слови, пожалуйста. Я умер. Я вот только вообще вижу. Все, дотка ебашит. Не, не успевал, я тут там появился. Стоим, бьем, никто никуда не разбегается. Стоим, бьем. Да ну нахуй. Да ну нахуй. По спине, я понял. Сразу кто-то говорит, блядь, уже поздно. Убирали бы эти анимации. Блять, что-то побыстрее. Кстати, я у тебя хотел вопрос спросить. А пошли там быстро. Так нет, ТТГ это же быстро достаточно. Не, идем в ТТГ. ТРСки будет, блядь, чего будет? Кирилл. Мы что-то нам минусовало, минус 500, минус 200. Ну, посмотри вот журнал. Может, у меня не показывает баг какой-то, я не знаю. Он минус 500, минус 200 дал. Ты когда возвращал, я видел, в чате писал. Но в журнале почему-то нет. В журнале не пишет. Снимай, пожалуйста. Пишет, ну, не пишет, потому пишет. Что... Ну, в ЕП вам все равно вернулось. У тебя было, да? Типа, 2, сколько, 300, помню, 100. 2800 у тебя 60 было, да? Когда тебе несуно было 2500. Я просто еще шмотку туда себе отнимал, я забыл, сколько у меня было. Ты, все правильно у тебя, все тебе вернуло. Странно, ну, вроде возвращает журнал, я вижу, там 10. Не, не пишет. Не пишет. Сейчас да? Резаемся и летим сразу на ТТГ. Кстати, это, скорее всего, ты проверял, бафы работают на боссе? Не последнее благословение. Работают. Бля, ну это жестко. Не, я не чарки, я имею в виду эти, которые бафаются, понял, на ТТГ. В этом дух, кстати, летает. А можно я лосагрю, когда вырисемся?
Ну, вот эти 5% хосты, да-да-да, вот так. Не работает. Ебать, летит в натуре, летит! Зафокусили, станчик. Добрый, бать, хорошо. OG, GC. Ты что, почему GC? 71-й, блядь, посох. Хотя хуёвый. Ну, это друг. Лучше будет сразу. Даже у него посох, блядь, есть. Летим в ТТГ, отказывайтесь от лута быстрее. Отказывайтесь от лута.